524 тысячи. Именно столько туристов отдохнули в Сочи в новогодние праздники. Большинство выбрали Красную Поляну. Погуляли и покатались на лыжах и сноубордах в горах 339 тысяч человек. За их безопасностью и комфортом круглосуточно следил оперативный штаб. До 8 января он контролировал работу всех городских служб. Итог: обошлось без происшествий. Ежедневно проходили заседания городского штаба, где подводились итоги, отмечались недостатки, моменты по их устранению. Свыше 30 человек ежедневно мониторили курорты Красной Поляны. И все это приносило свои ощутимые результаты. Гостям города было комфортно и безопасно. Отдых у моря выбрали 185 тысяч туристов. Они гуляли по новогоднему украшенным улицам, ходили на концерты, фестивали и спектакли. В городе люди нашли себе мероприятия по душе. Максим Галкин, Максим Аверин, обязательно «Щелкунчик» новогодний, это балет, концерты и рок-опера, и Братиславский джазовый оркестр. То есть мы, в принципе, достаточно хорошую программу подготовили. И было порядка около 80 тысяч человек посетили все эти мероприятия. Больше 8 тысяч человек собрались в новогоднюю ночь на площади Флага. В городе возобновили традицию празднования главной зимней ночи под открытым небом. На сцене зажигал певец Митя Фомин. На площади царила по-настоящему новогодняя атмосфера. Обширную культурную программу для сочинцев и гостей подготовили все дома культуры. Там прошли новогодние елки. Отдельные мероприятия с Дедом Морозом и Снегурочкой провели для одаренных детей и ребят из малообеспеченных семей. Их поздравлял мэр Сочи и главы городских районов. Эти зимние каникулы точно запомнятся каждому сочинцу и гостю города. Кстати, в этом году курорт посетило на 17 тысяч туристов больше, чем в прошлом. Татьяна Габаркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.